Александр Сергеевич Пушкин. Станс. В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. Но правдой он привлек сердца, но нравы укротил наукой, и был от буйного стрельца пред ним отличен долгорукий. Самодержавную рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал ее предназначение. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращуру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он, не злой.